И в принципе,现在这个是следующая неделя. Алло, 今天半夜实在是睡不着哎，赶紧再起来录一个。Пятница по воскресенье. Здравствуй, Лёша. Здравствуй, Тафа. Я тебя хочу поздравить с днем рождения. 今天这个是Лёша对这вот такую первую часть небольшую, но все-таки коврик танка держу. Теперь прибудет коврик. Все осталось мышку и я теперь. Не мы ляжем, мы тут еще пару дней рождения. Я думаю, мы с тобой на компьютер какой-нибудь да и соберем. Отлично. Ну что же, теперь у меня есть коврик, но и у команд желание. Ай я.我操，这个进度条！набирать очки, все-таки без очков очень плохо. 我大概知道发生了什么。Вспомним и быстро пробежимся по составу играющих команд. Всем зрителям еще раз доброго вечера, доброго времени суток, кто нас смотрит там на YouTube канале уже в записи. Ну и вот хорош. 我们先直接就看第一局吧，反正他们啊，说是双方上的车辆，然后看地图是哪一辆。На самом деле, давайте посмотрим непосредственно в бою и того, смотрим сетапы и в прайсе действительно в защите. Ну что ж, друзья, кстати, по картам в этом матче все очень нестандартно. 这两个点分的有点开。Ждет следующие пары и думает, что здесь все будет очень быстро. 这是这个图的特点。啊，不是说这啊，对，这两个点。Карты довольно сложные. 大半夜的不是太清楚。Может быть, там и руин.Берг, может быть, ну и самое веселое то, что далее после Мураванки у нас затерянный город. Ну и поехали, у нас контакт на центре. Сразу же смотри, контакт увидели первый. Мяч получает уже первое пробитие. Там же тинкунфанг, самохопал, на кое-то, наверное, хотели использовать какие-то карты, чтобы сейчас занять какие-то деньги, но при этом 250-1 это был или нет, по СТБ-1 по Вольфу, ну и пока что это агрессивная защита приносит свои плоды, мяч подловили, посмотрим, будут ли врываться好好吧，开始砸了，但是好像是没砸出伤害。你自己不能先损失人的，你这个就是指望把他们的这个血量都磨下来之后再上啊！哎呀，一五这个立奇功啊！哎呀，压力点！他要下来强收。好，你看。哎呀，对面人确实太多了，往哪儿绕都不行。полный, на полный Е5. А сейчас на бен, конечно, на то, чтобы换掉这个 E5. Хороший выход игрока команды. А, 那这样的话依然还是不亏. Преимущество, но не забываем, что у них есть серия. А, STV, STV, гамма, гамма. Входит на Е5. А, E 来了, E 来了. Он уже выигрывает эту дуэль. А, 他要干死这个 E5. Кто-нибудь. 啊, 没事, 没事, 不要慌, 不要慌. Пытается помогать, а в это время ему у нас 641. 好, 强干, 然后顺带占这个点, 因为他现在觉得自己在这个局部是有一定优势了, 啊, 现在如果能, 那杠心, 你脸后, 你顶出去, 你把他顶死啊。好，收回来，收回来，收回来。они добивают своих соперников. Вольф проседает. 哎，你专心占圈嘛，那个啊，好，原来是现在他们打算把杠七留在里面。команда Rockskis Прайсы попытались сыграть в агрессивную оборону на карте, которая очень сложна. Сложно. Тебе лай, зудан, не выходи. В обороне вроде. Ай, я думаю, 直接可以全歼了。Но Прайс решили. 你看，агрессив включить. 你看他们这边被打成那个什么德行了吗？Такое ощущение, что у Прайсов просто очень мало опыта на этой карте, ребята. Вот они вроде и поджали, но при этом как-то все подставились. Вообще. В центре да, карты. Не было куда уйти. Да, не было куда уйти. Все там наконниками манцевались, и в итоге парни их там с холма просто разорвали и из центра законтролили. Да, там подставился Батчат вначале, но... Ну вот такая судьба команды да. Прайс в этом матче проиграл. Вот сразу проиграть, конечно, на такой карте, где... Все хорошо. Стой, стреляй. Но... Ребята, дальше затерянный город. На Туме буквально. Туме直接占家就好了. Далее затерянный, там тоже... 我管你来不来. А, 他在这边是想要各种试探. 我靠. Кто-то отыгрывал, по-моему. 居然没被打死. Рубластере точно. 这人品好的, 但是... Были сложные матчи, по-моему. 中间还是逃不过一死. Такой переворот, еще мы ни разу не видели. 一一个人嘛. В этом сезоне, из-за того, что мы играем очень много... на матче, то такой переворот можно попытаться устроить, но при этом тебе необходимо играть несколько карт одновременно на высоком уровне. Нет, ну мы играем, да, в два раза больше карт, но мы играем на карте в два раза меньше раундов, не по два, но по одному. Все равно, вот такая карта, как Мураванка, да, если попадется против сильной команды в защите, такая-то команда вынесет тебя в этой защите. Ребят, для тех, кто только вот вникает в танковый киберспорт, либо вот кто не уточнил, играл...
来的话，中路 пикаются карты, да, у нас идет минус карта, у нас карта открыта, потом минус пик, так называемый выбор карты, после этого еще раз минус, 目前看来感觉好像是一边倒，但是 в принципе, 可能是因为双方就他可能都有各自擅长的，比如说一边上攻一边上守, 然后这个地图他不太熟悉，也有可能是这样造成的。 выбираешь слабые карты, либо сильные карты соперника. 目前来讲，感觉好像有可能。 в этом случае у тебя есть возможность убрать свою сильную карту, свою слабую карту, так и сильную карту соперника выбрать, да, в зависимости от того, против кого ты играешь. И далее ты можешь выбрать карту, на которую тебе лучше всего получается. Ну, в общем, пока. Лянг мазы цвиби. Девчик, все. А, 开始第二把, 然后双方攻防位置互换。 耶，这次是两边都有火炮了，两边都有火炮了。但是中坦上选择不太一样，一个是两个一五啊，一个是一五加杠七。 Если свалю, тут 140 возможно с батом. 140 нету, 140 в деревне. Возможно тут с батом. 看他们怎么选择。 Это шарта была? 哎，我发现这个地图其实去拿二点的比较少啊。 它好多都是来拿一点的，可能是因为那边地形的原因嘛。哦，你不要，我的天！什么？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 什
выпуск. 40, то 999. Понятно, короче. А ты что? Тебен или покажешь? Просто пониже встану сейчас. Он со 40 можешь сюда перейти? Ладно, мне сейчас уже тебен. Сансо е, бачай. Что не там сам? Отлично. Тут огромно, короче. А здесь, как, а,在下面那个二点的那个位置，它也是有人的。И аккуратно пока. Я боюсь, бат инфы нет, они могут вдвоем с 40 перехнуть. Я есть прострел на семеру, когда она запустила. Отлично. На це тільки, якщо за тумі по сходу на сьогодні, то це тільки кан хопау даля. Слева сейчас будет. Слева я, если что, там смогу стрелять, на самом деле, даже. Не, ну слева. Я знаю, что стрелять смогу. Если бы аккуратно будет. Ты уже кан хопау да, тига. Да, нормально. Гонли. Что у нас? Ну, если ты мне... Ты что, можешь всем кинуть? Выйти туда, хорошо, не хопау, я бы не знал. Эй, да, тига, ганчи, это出来. Ты мне хопау, если... Эй, 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 эй. Надо всем-то быстро. Ганла, 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 ганла. Ищи ганла. А, та ба, 2 дня, нэбэн, нэ лянга, зунтан, цэ хуэля, чё сэ вэля ган зэли. Синсэн ига джубу ёсэ. Хао, на зэ лянга рэн, ни кэнни сэ цэ вэн ла, а, мэй вэн ти. Я, 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 та джу па ла. Я, на кэ ла, и ву цэ ву дяо ла. Цэ дэ цэ ву дяо ма. Ай, дэ, ни дэ зэ ига дэ цэ мэн, дэ гэ яо, да сэ ма я. Кейдес, не про это барабан из Симпл. Можешь не двигаться, пожалуйста. Давай в епятку, Симпл, давай. А вы мало это в звоночке слышали какие-то странные звуки? Епятку давай. Епятку видно. Ладно, работай легко можешь, я пока не вижу никого. СТБ КДшнл. Хейт, убей СТБ. На СТБ убей. Сейли же нахер, но ты думаешь, что это... Чувак, я КД. Обе прострелили. Как ты знаешь, что? Добейте, не подставляйте. Я забыл про СТБ. Обе изикатка. Симпл, сейфти, бро. А, уже да. Я бы сделал на второе. 这个声音应该是你，你看他画这个麦克风，这是这个队伍他们语音沟通的声音，可能是他们的环境里面有一些杂音啊。Подконтрите пятку. Сейчас я попробую добить. А мифа законтрите, я ворвусь и всем. Дайте кому ему разбой, сейчас Е5 его убьет. Я Е5 его не вижу. 这边我操。Мифа развалить. Не хорошо. 说势均力敌，但是哎，不要分散啊！这谁分散谁就贵啊！把600HP max，等他又干掉了一个，那边那个 STB， 他想换掉啊，那个那两个 STB 肯定想互换。呀，哎，本来若是这边这个死定了的，但对面的但他们火炮给了一把零。这只剩个火炮了，你还想怎样？但是万一他刺刀出奇迹呢？
Ох, друзья, казалось, прайс и там спокойно принимает атаку, несмотря там на все лаги, это и суперпин, Коби-Ван, Банана. Они по сангу, он так сидит, сангу, дикий коричневый. Мало, вроде бы он не мог сделать, но он эти минусы, Дурон внес в тот момент, когда он выстрелил выстрелы по итогу, оказались важны для команды в какой-то определенный момент. Да, за счет его там получилось вместе с Коби-Ваном фулового. Потом вот Вулфа забрали. Да, Вулф, это просто фантастика. И, ну, интересно посмотреть, конечно, какая там у парня статистика на артиллерии. Очень хорошие показатели. 2-0 за Роксами. Хотя, вот согласитесь, прайсы были очень близки к победе. И вот честно, если бы не Орда, то, наверное, все. Оставалось 3 шота. Плюс артиллерии могли, но вот Вулфу прикинули там, да, немножечко почти что очень близко. Мы нам Зор, смотри, нагоняй. Хэви. Такой же статурок. Ну, Интересно. Я что, на Т-30, интересный выбор с двух сторон. И у Прайс, и у Рокс интересный сет. У тебя Ванг в атаке. Будем слушать Рокс сейчас или не будем Рокс сейчас слушать, если они в атаке? Нет, Рокс дефи. Рокс дефи, да? Да, тогда мы их и послушаем. Ну, в общем, смотри, у Прайс есть хорошая сейчас возможность отработать через 50-20, 54, если они отрабатывают вместе с Хэвиком и вдвоем валивают свои барабаны. Ну, а у Рокс все хорошо, есть 30-ка в обороне, которая очень много дэмэджа успеет влить. Ну вот успеет ли, вопрос. Мне кажется, очень много как раз именно от Т-30 будет зависеть, если смогут его хорошо реализовать, там все будет вообще изи и спокойно. Кстати, вот до этого... На Европе, да, вообще мы говорили с тобой, что 2 и 100 очень классная штука. Да, это хорошая. Проверенная, и ребята очень сильно эта техника помогает. Ну, поехали, уже начинается стрелка, уже парочку, по-моему, заставили, и в это время мы видим, что прайсы начинают... Стандартный, но нет, показались, ходить, стягивают свою СТ-шку по нулю назад, Паблус на 54. Поджим второй базы будет? Ну да, и поджим второй базы, возможно, будут подлавливать также Мьячо, точнее, который на Т-54, на H1. Ну, не знаю. Интересно, у Перка будет информация о танках, которые перемещаются? Выйдут ли они в просвет? Они вот в клуб города сейчас пойдут. Нам бы сначала поджать команду Рокс. Не поэтому за Паблусом, Паблусом своим. А усы, гора. Ну, по идее, Перк его видит. Либо будешь ждать дальше Паблуса. Ну, на самом-то деле, конечно, быстро войдет команда Прайс. Ну, в принципе, довольно быстро. По идее, Рокс также на все это дело следит. Всех находится, вроде бы он не самый быстрый. Все будет окей. Паблус получает первый выстрел. Хорош, за свет дал. Ой, 120 пошли за Т-54. И вот он только Т-57 Heavy, и то не факт, что сможет прикрыть, потому что он уже не затянулся. Я бы его вставил в центр. Возможно, это не так. За ним не пошли? Не очень большой. И если вы хотите отбить их, то вы должны дойти до этого здания. Но 4 угла не в центре. Да, могло быть. Но Паблус пошел обратно. На первую базу, что ли, троллить? Если вам уже заранее готовы, то... Понятно, пока. Они боятся поджима со спины просто, он именно для того и нужен там, чтобы подсветить своих оппонентов и, может быть, там накидать по бокам Е100, ФВшкам. А Роксы пытаются, посмотри, у нас два танка объезжают в миникарте, мы это опа, прекрасно видим. Есть засвет, в ответ засветил Е100 сейчас Паблус, Авла ушел вниз, ну и нужно отсветиться сейчас, конечно. Ну, Паблус пытается там просто отсветиться. Что делает Прайс, Леш, объясни мне, они не в точку заходят и ищут. 54-ка не едут. Попытка найти какие-то пути, видимо. Ну, на 5-4 идти вообще сейчас проблема, потому что кто его там знает, да, что у Рокс в обороне на прикрытии этого танка. Может, там Т-30 за спиной стоит. Да, может быть, то есть это не самый лучший вариант. И парни пытаются через Паблус. Чисто на один танк. Но Рокс, он не поможет.
также изменения в регламенте. Он же фангел, он мать. Капал, не зима, сжен тодал сван. Но вот эти, в принципе, позволяют команду вот сделать какие-то лишние маневры, но опять же, ребята, вы понимаете все, вот кто играет в танки, что 10. Ну, где-то вот 8 минут там, я не знаю. Ну, это, конечно,全歼还是进去, 那肯定得要打一打. 但是你说对面阵型已经摆好了, 你进去, 你进个毛, 那你只有拼了. 不过какой-то тайминг нужно, но... 你进去, 你为了顾着占领, 你反而搞不好会承受一些不必要的伤害. также у нас, смотрим, Яча постоянно фугасик заряжает, это работает по Вулфу. 30, 打算摆出一个侧面, 不要露裤裆. 但是不太容易哦. 你不要硬来. получает только что фугас очередной залетает на сотку, вот и первый раз прогоняет. Но он ушел. 54-ку, да, действительно, уже вот Simple вряд ли здесь что-то выцелит, и у нас вот-вот должна стартовать какая-то атака, выход в базу, потому что мы видим... Бим ее直接卡在中间那个房子四周啊, 而是我先退居二线. Вот, на самом деле... 你可以选择进来, 等会如果你憋不住了, 但你一进来, 我就可以从几个口进行围攻. 5-3 пошла.За своим визави. А, непонятно, увидел там кого-то, попытался дать шот. Ай, я не могу сказать, что по идее, значит, он должен то ли со спины выйти, то... Да, это 5-3 все же нужно. Мне так кажется. Он в чанвай ездил, мог видеть много вещей. Будем ждать, пока не доедет. Если все... Ну, а не бояться этого... Информация есть, они все время видят... Да, она и шоу же. Перка, который светится, который... Но, конечно, должен быть в чанвай, что-то ездил. 57-ка, то ли из 4, ну... Фото, возможно, в другом... Ему там 2 раза... Вроде бы Simple прикинул 2 раза ему. Да, хуй, это возможно. Ну, хорош, потому что до этого я такой сказал, что... А я, время все больше. По идее, уходит и... Ну, он получил одно, а потом на отступлении вроде бы... Кан ты меня ин, да? Казалось, что он уже в сейве ушел там за эти кучи. Ну, опа, видимо, Паблос. Полез опять. Да, Паблос пошел до конца, нет? Будет подсвечивать. А, засветился. Он засветился, отступает обратно. Паблос пытается выжить. Пин на цепи. За ним не вылезать, потому что Перк понимает, сейчас получится. Это же мои ии, они фаншот. Ну, времечки-то уже все-таки мало остается. 4 минуты, 19 секунд, 120 АМХ перетягивается. Что столько маневров совершают прайсы? Ух, они накатают за этот раунд. Так а толку пока от этого нет, они все пытаются как-то зайти на соперника, а зайти не получается, времени все меньше и меньше. Нужно решаться уже, и вот они решаются. Сейчас выбрали 200 进圈. Ну, ожидаемо. Ну, захват из-под угла и потом контратака. Да, я думаю, что много действий должны быть хорошо. За 54-кой. Не только что ты должен быть, что ты для своего тактики, ты должен чтобы соперник дошел до определенного места. Дошел до этого, чтобы начать драться, это одно дело. Но ты такой, то... Что дальше? Пойдут ли? 对方就不用太急, 对, 你知道吗? Сейчас Ракс,稍微给你打断一下, 他只要卡着时间就够了. Там соперник, 但是因为他进去的是两个人, 这个占领还是有点快的. Захват. 好, 好, 你看三零, 三零, 三零, 要不要上? 要不要打断? 啊, 他们在看那边。Шарп выезжает. 出来。Промах от Шарпа. 这个肯定要打断的, 你不要想。他不会让你这样乱了。好, 你看这, 人家那边过来了。你马上这个占领就白费了。这边又来，你这，我想他们打的还不够猥琐。如果打的比较猥琐的话，他那个武器他不会选择那么快就把弹药全都打进去，他会选择打断一炮啊，然后看着时间差不多了，我再打断一炮，你还拿他没有办法。因为这个他明白对方是非常想要速战速决，但是我这个阵型他们过来包是不太可能，那我就慢慢的打断里面呗。啊，你看。最终那两个一百就是被逼到那个墙角，因为只有那个墙角相对来讲安全一点，但是这样的话他本身也对外面这些人造不成什么输出，而且也不能站家。你说那边的人敢站家吗？那也不敢。这就是死定了呀。Работает, по сути, сейчас Авел, работает Мьячо. Они как-то не ябжут эти, они не могут зайти в чёрт. Там бортом танкует даже от ЕСТО снаряды, но... Они не могут зайти в чёрт, это же вонгва. Ну, практически... Ой, вот он минус.而且ябжут, эти 200 в чём не могут зайти в чёрт. Но сейчас это... Ну, может быть... 100 ябжут, они чёрт. Быть... КПК никто не отменял, ну что, Simple. О, кау, это... А нечем-то забрать. Фанцы фанг要打成近点фанг了吧. Идет. Это, я думаю, что не надо так важно. Simple уже 3 танка. Это действительно будет? С 4, по идее, будет следующий. И знаешь, вот 3-0 в такой встрече выглядит очень уверенно от команды Rocks.
Очень-очень уверенно. Да, тут уже прайсы начинают волноваться. Вроде бы сейчас, в принципе, еще ничего страшного. Можно выиграть раунд в защите, сделать счет 3-1, перейти там на следующий. А можно и проиграть. Такое приключение, что... И потом у нас будет карта Химмельсдорф, да? Да. На Химках можно деф свой забирать или атаку какую-нибудь придумать. ГГБ. Да, но самое интересное, друзья, то, что мы также еще и послушаем в следующем раунде команду Рокс. Ну, наконец-то, да, посмотрим, что там у ребят. Точнее, мы там и так смотрим, но послушаем теперь уже и будем понимать общую картину. Но обычно в последнее время, когда мы включаем TeamSpeak, какой-то беспредел происходит. Только что включили TeamSpeak, бац, обе повис. Ну, не повис, там подлагал, да. Пинг у него какой-то был. Ну, какой-то пинг, и я уже побаиваюсь, что мы сейчас снова включим TeamSpeak, и произойдет какая-то нестандартная ситуация. Но все любят TeamSpeak, я думаю, это самое интересное вообще, что мы... Особенно, когда играют топ-клип. Ладно, Рокс, это я кангуа切菜了, я. Они сделали. Тремя британскими танками. А, мы直接 脱过来. Можете. 第二把, 攻防互换, 等地图还是一样. 诶, 上火炮了. Какой важен? Как всегда, первый. 但火炮是要在你僵持得住的情况下. 你的保险和这个情况下. 而且, 如果对面有一个人场外游走的话, 你火炮其实很危险. Ну, там 2 и 4. 不过Рокс倒是也没有 中坦. 1, 2, 3. 但是不代表他不能游走啊. Но мы не репетируем. 特别是双方正面僵持住，那也没什么别的事儿可做，那他肯定会派个人来找呀。Вообще-то надо знать, где это. 啊，你看，那这样的选择的话，就导致其实他们场上是少了两个人，因为火炮在场外，亚瑟林也必须在场外。就是上一把他是属于进行一个侦查，这一把他既要侦查又要防御。地图右侧那边他其实 是通过他主力的视野来看他们有没有过来来进行一个预警，而地图你看左侧这边就只能通过这个140来进行一个预警。那其实你场上少了两个人，如果对面找到合适的机会要跟你拼的话，这不一定占优。好，这边的话其实你可以进去了。这边这个点其实也，我个人觉得这个点其实站起来比二点要方便。那个你看着是，妈的四四方方的，但是其实刚才我们看到了呀，一旦就是说你整体队友没有配合上，那最终就是被逼到那个角落里面，那到了后面反而等于没站，而且那两个人还废在里面不敢出来，那他又不占领，他又不输出，那样就很蛋疼。啊，140这个开始往后面绕，就因为已经定位他们主力了嘛，然后现在往后面绕，这种情况他们不太可能分个东西出来找火炮的。啊，进去了，我看他，哎，对，就是这样。关键这个房子是不是可破除的？如果不是的话，你除了刚过来，你也没办法。耶，什么不站？选择平？不是吧？这么把对面不放在眼里吗？那黑的。я когда делал? Что? 你确定真的要拼？哎，他可能是觉得反对面是个菜鸡，场上少两个单位，我们一窝蜂拱上来把他们拱了。哎呀，这个实力差距确实有点大。那这种他确实打不过，没办法。По флангу растаскивайте их со всех сторон. Я сзади обижаю. Понял. Я в бананы дам. Ты что, едем? Я вот сюда поехал. Давайте на скула. О. Поехали в банан. 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 Тут 140 пуль. Очистите этот банан, пожалуйста. Давай, пиати. Я не пробил. Я. Банан на банане. Не трогайте банан. 说好的 B R G 呢？呀，你不会就把自己浪了吧？啊，啊，不过不要紧的，对面现在就两个人了，还就算那个是50B又能怎么样吧？你顶多把这个单位杀了，然后你就没弹了。对面又追上来，啪啪啪啪的打。那可能。哟，还能再拿个人头？呀，穿你穿起来的你们。菊花，菊花，打呀！
啊，但是哎呀，我闭上来刚才呀，我看刚才毛子按的什么了？啊，毛子切错屏了。呀，干部的第二个说的听懂了。好了呀，这个怎么都死了呀？妈的，你看一百想下去压死他了都要。哎，一百五十，你不要冲动，不要。Я был на месте фарм, поэтому готовься. Хорош. Не, ну уже. Эй, я тебе говорю, ты так搞不好, 真的会意外的. 万一你卡住某个很重要的体位, 你自己又动不了. 然后他绕过, 等会弹下上好, 把你收了. 你搞不好翻盘了. 你本来翻不了, 但是这个人, 人如果经常干不正常的事, 这就很容易了. широко стоят, и они реально широко стояли. Где бы ты ни выходил,哎，我觉得没悬念了呀，搞不好就是 Rook 这边一口气给他全拿下来。好，地图是西城，一开始的话 Rook 是防守方，看怎么防的。耶，没小车，双方都没小车。哎，为什么还要莱茵嘛？莱茵加百运，啊，不对，一分两半。竖着下来横着过去，哎，反这边你千万不要指望在一旁边，就他们出生点旁边那个茅坑蹲人来防二点，那个防不住的。那他就直接把就卡着建筑站圈，然后把你家一封路，你家就是我家啊，我变成防守方。Помогает ребятам там отстреливаться, борщу помогает, чтобы ему было удобнее. Его прикрывать же с 1 и 7. 这是个很妖娆的位置。Пушки. 他这个其实看山上那个边上有没有人，然后他那个位置比较好打，别人不太容易打得穿他，然后也可以防止就是他们拱八线的那帮人。但是哎呀，他一个人在那里的话，对面两个五零 B 上来，这个我觉得情况不妙呀。А ты со седьмого с банана? В начальном переезде. 啊 ，banana。听见他在说 banana 呀？香蕉？怎么了？香蕉怎么了？怎么就跟香蕉有关系了吗？他说的是英语还是毛语里面跟这个比较接近的一个词？因为我不太懂毛语。也还没发现那个钢琴。那这怎么办呀？到底打哪里嘛？有点迷茫。难不成你们要去拱八线的？И ребята из Роксов прочитали то, что ну никто в этом. 这个是跟他拱八线很没前途的呀。Здесь ИСА вот на J3 на поджиме, потому что обычно это заканчивалось провалом. 他还偏要拱。Даже перегоняют танки в район банана. Может быть. Принимать, потому что в принципе где-то читают соперников, где-то понимают, что те не будут давить ИСА, потому что вроде бы это. 什么？他说танки банана. Что-нибудь интересное, я думаю, еще. 蠢驴香蕉。Накажет вот за это дело. 是什么东西嘛？Чуть не наказали. 妈的，那你的意思难道说是驴屌吗？Рушка была, по-моему. Да, был Монти на Рушке в атаке. А, не лунь цай, не лунь цай. Там же Маузы. На первую базу, ну, не самый лучший. Так как на захвате особо не касается. 这还是聪明的一把，并没有完全，只是从八线在那里拱，旁边也绕了一下。Там две... 那山上那两个，да, 那两个货，妈的，你们是想办法啊？他们好像在输出吧，刚刚，好像在上单。这边一定会有人的，你放心好了。你盲目拱出来不是一件科学的事情。其实对面有点希望他拱，这样的话，侧面的人可以输出。啊，这边，哎呀，犹豫了一下，去不去？Возвращаются. Да, разворот. Эй, вон, тебе это. Все-таки Айси мой уже ушел. На горку пойдут? Нет, не пойдут на горку, они выходят на железную дорогу. Семерка вернулась. Вот Рокс выстрелили теперь непробиваемую защиту. Я думал, нет, видишь, 可能还觉得这里不好弄。Грамотно сыграть прайс и в итоге хотели зажать там ИСА 7. 但你往那边也不好弄啊。Даже какой-то вообще мега шифр пошел. Сплит. 一点那边无非就是有个房子嘛，你可以躲在后面。Горизонталь британцам там уже в больнице он просвечивает седьмую линию и сейчас будет светить пятую. 但那样人就打成他来进攻你的呀。Это даже не разделение. Возможно, они выдержали тайминг, тоже дождались, чтобы и седьмой ушел, показались на банане. Ну и сейчас сразу же эти три тяжа остаются в блоке, ну а там задача пройти. На захват, правда, кем? Ну вот именно, да, вот я прям. Мы же выходим, конечно, юденчик, и будем. Если есть рушка или 5-4-90, то эти танки будут брать захват. Тяжами стоять боками и получать от борща. Не тяжами. Еще, 1点这边后面也是有不少防御火力的。
Хотя как борт у него есть. Нига, Наосанган, сисыху, иджин, кадай, нига, цанку, нига, тупо хоми. Для захвата. Ну, 12 тэп, но в этом сетапе мы его не наблюдаем. И парням из прайс, скорее всего, просто остается один вариант, самый элементарный, идти драться. Идти чисто, драться. Не, не, бей, шучу, а, шучу, я мэйдил, а. По-другому здесь... 那我们有OB视野看得清楚啊，其实如果这时候能够集结主力把他们地图图上角的帮人吃掉一个两个，就有优势。但他们并不知道。 Да там и ФВшка могла, она же выглядывает, да-да-да. Периодически, да, выскакивает. 50Б, скорее всего, бы не рисковал, хотя он тоже там, по идее, там просматривает линию диагональную. И вот он, Конкверер. Это попытка все равно первой базы, но... Вот мы с Лешей, я думаю, и вы тоже, друзья, думаете в этой ситуации, кто будет захватывать, кто будет подставляться, кто не будет воевать. Ну некому на захвате стоять, вот реально некому. Либо каков план все-таки, как его не подставляться. Да, заметьте, они впереди. Так у них есть две девятки мощные. Да-да-да. А у соперника еще и две ПТшки открытые. Там 1100 хп, то есть такие танки не самые. Хеллспойнтами, да? Ну и вот из 4 опять. 你们两个到底是干什么的嘛? 哎呀,这是发挥点作用啊. Гуслями,гуслёй. Вроде бы и есть место там, да, куда стрелять. 好,哎,你居然走铁. 那他们杠旗最喜欢看的这样. Никто не справляется. 你要走那一层,他真打不到你. Ты горбочно перестреливаешь. 你走铁路,他跟莱茵可以至少蹲你撸一撸. 好,这边应该也是决定在这里. Домик, домик. 看看能不能打开一个缺口. Отдавло? Авл промахнулся, не попал. Или не пробил, возможно, так же. Пошел финальный пуш от Прайса. Один танк. Обе также пытаются здесь помочь. И в захват базы никто по-прежнему не заезжает. Вертикали. Получается, разбирает ИСа 7, который сейчас в данном случае. Напрягает этих французов. Да, вместе с ним еще и Авул есть. Обычно мы наблюдаем. Просто собирается в считанные секунды. Но не 7. Фальцы两个武林币在这里是发挥不了作用. Опа, у нас тут дуэль, коллапс. А, нека, там... Даже и 7, там под углом могут залетать снаряды. Гангчи还被封住了. Хотя нет, видимо... Ну, нека, там那边在场的就四个人. И он четко на 50, на полтыше. Симпл за свете, перк. 白运还在那个位置, нека, там还要黑. Перк, 800 получает, но все равно... Воса, это已经被洗澡洗成马了,好吗? Фена могут забрать. А Фена могут забрать сейчас. Ну все, Фен пытается уехать, но прикроют ли его 50Б, прикрывают, 760, неплохо, Паблос выхватил. А, чанг сколько урона. Шэнфу зайцы, пинь чанг. Шансы есть у них замечательные. Пушэнгун бен чэнрэн. Надо давить, душить, ломать. Ну и вот Фен. А, я же тебя ханзы, где он гангчуэр. Где ВТшечка? А, я дачуан на ГГ. Четвертого, ну. Вот. Као дэпу, а. Э? Отпать. А, ганда квадзинэ, я бхайз. Траксы серьезно сейчас получили, Авул наконец-то вбрасывает по хейту пробитие. И долго, может еще раз вбросить, хейту не стоит спешить. Вообще 5 на 5 драка на самом-то деле, друзья, там еще жив. Коллапс, 12 хп у него, но тем не менее, загоняют наконец-то ИСа 7-го. Но тут, кстати, может быть это ошибка, там больше еще может вкинуть. А, Гангчи, немного хуан, он хочет, чтобы Гангчи открыл хор, потому что он очень сильный, он должен сначала поддерживать соперника. Минус хейт. Вот он барабанщик. Забирает Тоби. Правильно, правильно забирает. А, Биго,错了. А Симер поможет здесь? Как тащит. Биго, 血量足, 而且还上好了弹也. Я, Биго, 我, мэйсо你, 错了. 我什么都没说, 你假装没听见. И Шарп зарядился, нет, не зарядился. 那你往后缩一下嘛. Заряжаться и заряжаться. Да-да-да. Собрали ясно, ребята, 3-3. 这边也是在上的. Забрали Шайтаныча. Это дело вверх. А, это 双方 都 已经拼到刺刀见红. Есть ли снаряды? 50Б, ты где? Сколько снарядов еще интересного, симпла? Ну, сейчас будет заряжен. Непонятно, да? Сейчас будут все. Шумо сейчас тоже очень цан. Вот уже все. Тоже очень легко чуша. Есть. Есть ли по кому стрелять? Там только Шарп. Сейчас Борщ, Борщ его даст. Да-да-да, Борщ. Чи Лайин очень хочет, как он может сам себе попасть в удар, потому что его血量 действительно очень мало. На первую линию. А это тесно же внутри. Да, у него по идее. Лайин по идее хейта очень хорошо. Может просто уйти с одной. Пойди себе. А, нет, он сам себе, медленно, Шарп, Шарп, Шарп. Ваншотный, тоже полный барабан. Авл прострел. Ай-я! Развернулся.
видимо, они свернули. Ямал, ты только тупая твула, а да я. Ихо сенсю, твуда пимужа. Ты пока сенсин за тебя гоуе. Ой, что мы хуй тасен, цога янза. На надо хахая, цая да и па. Коллапс не пробивается. Шап забирает Паблуса. Отличный выстрел Паблуса. Ну так, хуя идея. Проспал этот момент. И все, ваншотный симпл один. Чё, ига снаряд, мы лянга... А, по-моему, у него два снаряда. Мы лянга хачерасо. Так как он и помял, ига, вы не мешу удава. Хотя... Но вдруг он заберет два танка и будет крутить, да? Ша? Я санга? Просто за неимоверный момент. Это будет самый неимоверный момент. И вообще, какой раунд? Как классно зашли прайс, и как они... А санга на дюхе чанг-санга, ма. Та же на тил лянка, а там тумен бы жалха тачика, да? Ну, видимо, мы многое пропустили. Возможно, классно там вкидывал Юсто, все-таки вкинул. Это на чё, лянг чё, и похоже. Забрали. Ну, он вначале просел. Мы видели, что большая часть боя... 20 秒. ...ваншотный. Ай, 反正这个赢定了, 20 秒, 他站了也没办法. Берг, нет, это был минимальный урон. 所以就想进来试一下, 没当了, Симпл демонстрирует чудеса. Да, 赢了, танкование бортом. 20 秒, 他能干嘛吗? Все, и 10 секунд остается. 他也没弹出来把你们都杀了. Да все, Симпл, вылезай. Нет, живет. Решил сохранить, сохранить свой танк. Но это 5-0. Для статистики. Поздравляем, что он сам себя сыграл. Ха, ина, ина. Обратите внимание, что ну прайсы играли неплохо, да. На цзе выбили. Ну, хоть и мы его, а, хаба, тебе на цели тесу. Показывайте кучу.